Жака, стрим! Ай, помогите! Иди в жопу! Иди нахуй! Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня вместе с Жендосом мы будем продолжать троллить друг друга. Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайки под нашими сериями троллинга. Только благодаря вам мы и продолжаем снимать этот троллинг. Поэтому, ребята, вы знаете, что делать. Конечно же, влепить большущий палец вверх прямо сейчас на вот этот видос, потому что чем больше лайков мы с вами сможем орать, тем больше серий по троллингу будет выходить. Да, все, пойдем, Эдисон, пойдем. Давай. Ой, до свидания. Итак, ребята, я уже все построил, готов, собственно, вам все показать. Сегодняшний троллинг будет у меня очень и очень небольшим. И хочу сказать сразу, что я попросил идею у моих подписчиков в моей группе ВКонтакте. Вы мне подсказали, спасибо вам большое. Ссылку на человека, который предложил идею, будет в описании. Вот, собственно, Эдисон в каком-то из роликов говорил, что он очень сильно хочет себе мопса. У него как бы и так уже есть собака, но он хочет себе мопса. И, в общем-то, сегодня Эдисон пойдет у нас в зоомагазин. Да, видите, ЗУ написано. В зоомагазин. И будет там, короче, выбирать себе собачку. Да. Но тут будет огромная очередь, и ему нужно будет как-то через нее пройти, чтобы они как бы ушли отсюда. Видите, он говорит, не лезь вне очереди. Им нужно денег дать, да. А чтобы заработать деньги, Эдисону предстоит поработать на дворника Джамшута, который попросит у него собрать какандюли. Да, какандюли он, соответственно, будет собирать. В общем, много что будет в моем троллинге, но он все равно будет коротенький. Прям на донышке. Вот, короче, начинаем. Вы ставьте лайк и спасибо еще раз за идею. Спасибо. Начинаем. Ну что, Эдисон, ты готов пройти на мой троллинг? Я вас слушаю, пошли. Так вот, подожди, Эдисон. Ты когда-то говорил, я не помню где и когда, но ты говорил, что ты очень хочешь себе мопса. Было такое? Собачка. Было. У тебя как бы и так есть собачка, но, Эдисон, я решил исполнить твою мечту в Майнкрафте. Ты в Майнкрафте, все, иди в зоомагазин и покупай себе мопса. Я подожди, что ты дверь закрыл. Быстрее, давай, ну проходи. Да тут очередь, Жека, пропусти, ты начальник этого магазина. Ну ты можешь поговори с ними, я не знаю. Так, пошел нахрен, сам иди. Пошел нахрен, паскуда. И лезь в очередь, вот дебил. Пошел нахрен, Жека, какие-то недружелюбные. Слушай, походу они отсюда не уйдут, пока ты... Пока я не умру, да? Нет, пока, Эдисон, ты не дашь им немножко мани-мани-мани, ну то есть, типа, взяточку, понимаешь? Эдисон, а чтобы, как бы, заработать тебе денег, тебе нужно потрудиться, очень даже хорошо потрудиться. Нужно поработать на дворника Джамшута. Джамшут, это тот же самый Джамшут, да? Да, тот самый Джамшут, как бы он готов тебе предложить немножечко денег за немножечко какашечек. За какандюли, которые находятся на этой карте, как бы ищи их. А сколько какандюль, Жека? Ну, как бы 4 человека, 4 какандюли, правильно? Ой, ты что, прошаренный, что ли? Что я творю? Что ты твоя... Мне не надо, ты умный. Жека, так нечестно. Ну ищи какандюли, ищи, давай. Успокойся, все, не надо вот этих ловушек, я тебя прошу. Это очень подло. Очень подло, ну ладно, хорошо. Нашел какандюлю, Жека. Ну все, Эдисон. Подожди, ну что, нужно аккуратно, чтобы я не грохнулся. Подожди. Ну нет, ты как бы отсюда не вылезешь, Эдисон. Нет, ты сломал мою ловушку! Прыгай, все, прыгай. Прикольно, спасибо, что Жека влезаешь в троллинг, хорошо, так нечестно. Это мой троллинг, я в него могу что хочу делать. Хорошо, а у меня есть одна какандюля, Жека. Молодец, твою матушку, зараза! Эдисон, это мало, мне нужно еще 3. Джамшут! Алло, я не могу клацать по нему, Жека, что такое? Почему не можешь? Не знаю. Я только что мог, после того, как умер, не могу. Попробуй еще раз. Не могу. Еще одна какандюля, Жека, еще одна какандюля. Где ты нашел еще одну какандюлю? Ладно, хорошо, погоди. Ай, собака! Собака! Собака охренела просто, что? Собаки охраняют какандюли. Собаки охраняют. Какие жестокие, у тебя собаки какие-то. Ну ты должен какандюль у них своровать, давай. Своруй у них какандюль. Воруй у них какандюль. Нереально. Тогда убей их.
Убей собак, убей их! Вижу, это не мопсы, мопсов можно убивать. Так, хорошо. Ладно, не убивай, не убивай, так уж и быть. Все, хорошо. Так, смотри, сколько у тебя кокандюль? Три кокандюля, да? Не, у меня три кокандюля, три, да. Ищи четвертый, ищи четвертый. Чё ты заколебал? Пацаны, а ну! А, подожди, не-не-не. Подожди, а я могу на него нажать? Не могу. Да до сих пор не можешь, да подожди, сейчас. Ну что, Эдисон, я вроде починил дворника джамшута, можешь проверить. Ты можешь у него купить мани-мани. Только тебе не хватит этих мани-мани. Тебе нужно всех из очереди убрать. Нет, не починил. Подожди, стой, еще раз проверим. Вот, давай еще одного дворника джамшута. Вот, все работает. Все, хорошо. Много джамшутов у нас в стране же, много. Пацаны, а ну давайте помогите мне, как индюли, пацаны. Да, пацан, давай за мной. Мне кажется, подожди. Так, подожди. Ну, смотри, по логике мы вчетвером можем вот этого лохопуда загрохнуть. Ну, Эдисон, так нельзя. То, ладно, хорошо, пацаны, за мной, пацаны, пошли. Ну, пойдем. Ищи как Андюля, Эдисон, ой-ой-ой. В смысле? Ну, я видел как Андюля, там была как Андюля, пацаны, за мной. Хорошо, Эдисон, давай. Ой-ой-ой. Ой, Эдисон! Подожди, ну туда нереально как бы долететь. Куда нереально? В другую вот эту. Да, нереально, может все-таки реально? Нет. А вы помните? Что за фигня? Да нереально, да нет! Да нет! Да, Эдисон, все реально. Не пробовал, я уверен, даже не пробовал. Да, я пробовал, Эдисон. Ой, какой я молодец! Взял, собирай как Андюля, собирай. Все, теперь можешь прыгать. Пацаны, за мной! Плавай. Так, ну последний, как Андюля, последняя, да? Давай, убирай этого, давай. Жека, ты нужно третьего рамшута, джамшута, не работает. Опять не работает? Ты издеваешься? Сегодня весь троллинг просто какой-то это, все я чиню. Много джамшутов у нас? Да. Все, давай. Жека, я не могу по нему. Да иди ты в жопу. Ладно, Эдисон, проходи. Слушай, это походу не... Тут походу не собаки, а кошки. Ну, Эдисон, беги отсюда. Тут вроде был еще один зоомагазин где-то рядом. Проходи, быстрее, беги отсюда, Эдисон. Эдисон, беги. Эдисон, куда-то вот сюда. И здесь есть скрытый проход. Куда? Где? Где-то вот здесь. Скрытые проходы, быстрее. Ищи, где-то нет, вот туда, вот тут! Ты открыл дверь! Да пошли вы в сраку, дебилы! Конченые! Всякие... Давай, Эдисон, ты справишься! Беги! Беги! Все! Да вашу матушку! Убей! Эдисон, убей их! Ты вообще пробовал? Все, они в ловушку улетели, не переживай. Видишь, как я их... Ты надурил. Эдисон, ну ты вообще... Мопсы! Где мопсы? Эдисон, смотри, короче, тут есть много собачек, как бы выбирай ту, которую ты хочешь. Ну тут можешь вот... Да нет, не туда, вот сюда. Я понял. Так, нет. Ну ты наверх еще можешь подняться. Так, что наверх еще. Да, твою мать. Так, идем сюда. Нет. А ну вот это. А ну разверни. Ну вот зайди, как ты можешь как бы зайти. Да? Ну да, это похоже на моб. На тебе косточки. Косточки, давай. Давай. Гавка. Покажи мне стиль собачки. Не хочу. Что, Эдисон, какую собачку будешь брать? Давай. Ну я не знаю, это сложный выбор. А ну, тютик, посмотри на меня, тютик. Ну ты зайди, посмотри на них, тут где-то двери. Ты можешь обходить. Тютик. Ну хорошо, допустим, давай вот этого. Давай, бери вот этого. А вот этого и... Ну все, Эдисон, нужно раз... И запакуйте мне еще вот это. Ну все, теперь тебе нужно расплатиться, идти на кассу. Пошли. Сейчас, Эдисон. Да, они с тобой пойдут, не переживай. Ну. Ты готов? Открывай! Ну, запроходи. Открывай! Эдисон. Только не брать, Эдисон, пожалуйста. Слушай, походу... Эдисон, походу это был не зоомагазин, это был вокзал, в котором живут хачапурчики. Привет, пацаны! Здорово! Они убьют твоих собак и убьют тебя тоже вместе с ними. Ой, все, ладно, Эдисон. Не получилось купить собаку уже тут как-то. Кошки опять вернулись, Жека, кошки вернулись, паскудно, уйдите вы проклятые. Жить тебе до конца твоих дней с твоей собакой и не будешь ты никогда иметь мопса, понял? А, что за зоомагазин на вокзале? Хачапурчики любят, знаешь, шаурму с немножко собачки добавить.
вот оно что, вот да. А собачка-то за тобой нравится. Пацаны, вы за мной бегать будете? Ладно, что ты собачек будешь? Ты будешь собачек удалять? Ну ты вообще. Пошли. Ладно, если не готов, гемо 2 или гемо 2, ну сразу скажи. Ноль. Только ничего не ломайте, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Хорошо, давай, я готов. Жека. Ага. Все мы знаем, я сейчас опять напомню, то, что мы уже очень часто стримим. Часто стримим, да. Вот, каждый день, это у меня, то у Жеки стрим. Поэтому, Жек, у тебя стрим как бы через 10 минут, а ты не приготовился. Нет, у меня стрим через день. Не, у тебя через... Да, через 10 минут, ну ладно. А куда, куда? А что ты стоишь, беги, давай! Бегу! Быстрее, так, ну как там настраивать, так захожу, так, ага, какая-то ставит крипер, ага, что, вот ставлю, ага, отлично. У тебя крипер же всегда стоит сзади. Ага, да, точно. Так, все, включаю, настраиваю код элемента, ля-ля-ля, так, все, начать по такой передаче, все, стримлю. Да, все. Всем привет, ребята, окей, вы пришли, да. Так. Ты что, мой стрим выключил или что? Я не понял. Жека, дома свет пропал. А комп куда пропал? Ну нету света. Комп выключился. Света нету. А что делать? Света нету! Что делать? Свет пропал! Нужно срочно бежать! Жека, алло! Ну звонить нужно! Куда звонить? Что тут такое? Что это? Жека, стрим через 8 минут, да, ну что делать, Жека? Что делать? Ой, подожди, Эдисон, мне тут фаунпоинт в горячем месте стоял. Что делать? Иди сюда, Жека, сюда. Надо что-то делать. Попробуй еще раз. Да что попробовать-то, ничего не работает. А ну давай, в окно, может там где-то провод там. Да ничего там нету, там какая-то вся фигня. Ай, да, теперь там ничего нет. Реально, ничего нету. Да ёкарный ты бабай. Что делать, стрим через 8 минут. Да ёкарный театр. Так мы, всё, я полез на электробашню. Так, ага, как тут сюда залезть? Быстро, стрим через 7 минут 40 секунд. Ну просто беги. Давай, это всё. Это просто проходит, смотри, опа. Да, и опа. Смотри, опа, вот тут. Давай, я за тобой. Потом вот тут прыгнул. Давай. Домой, нужно так, тут хорошо. Так. В окне я уверен, что-то есть, в окне что-то есть, надо просто рассмотреть хорошо. Так, хорошо, что тут есть. Ага, кнопочка. Ага, ну, так. Что там? Подожди, так. Где-то. Ага, все, отлично, я на электростанции над башней. Ай-яй, летучая мышь, да паскуда ты! Птицы на электростанции, Жека, птицы, мне кажется, тебя не пустят туда, наверх, ну попробуй еще раз. Птицы, ну это... Не взятый, да, у меня этот спаунпоинт просто не активируется почему-то. Так, да. Куда, да. Опять, вот уже тактику, уже. Так, тактика, мордактика. Так, да, ну что, не залезается эта кнопка. Ну все. Залезаем. Давай, птицы, так. Там птицы. Только аккуратней. Птицы, все, где, молодец, что, молодец. Что, как чинить-то? А ты электрик, ты знаешь, как ты умеешь чинить вот это все проводку? А зачем ты сюда залез? Ты дебил, нахрен сюда залез! Это не это, птицы вернулись, птицы! Так же, мне кажется, нужен другой способ. Нахрен я сюда залезал? Я не знаю, может, ну ты хотел типа попробовать себя в электричестве. Ой, ёкарный ты бабай. Ладно, давай дальше. Так, хорошо, прохожу. Дай! Я только обшепанул, Жек, аккуратненько. Тут электростанция, вот надо идти разобраться вот с этими дебилами в своем районе. Опять током, Жека, аккуратнее, тут везде, Жека, тут провода везде, аккуратнее. Да аккуратнее надо, аккуратнее. Сейчас, Жека, я сейчас тебе провода поломаю, дай! Током бьет, Жека. Да как здесь пройти-то, ёкарный ты бабай. Не, ну хорошо. Помогите! Можешь не чекать. Эдисон, я его ударил, давай. Сундук, блок, ага, блок растет. А где еще сундук? За, еще на самом вот начале вот тут был еще один блок. Ты дебил? Давай, Жека, давай, быстро. Еще, а теперь обратно, давай, да, иди ты в жопу, Эдисон, да иди ты в сракота. Ну, ты подожди, ну тут на самом видном месте, ты просто его не прочекал. Да иди ты в жопу, идите вы в жопу, да пошли вы в сраку. Все. Так, что, где на видном месте, где? Где? Жека, ты такой слепой, вот ёханый бабай, вот, ребят, посмотрите, какой же Эдисон слепой. А, вижу. Все, пошел. Пошли, давай обратно, Жека. Дверь мне открой, мистер. Давай, открыл. Электрик. Так. Ага, так, залезай. Да ёта собака, я тебя сейчас... Ай-я! Жека, электрика, это такая подлая штука, она тебя бьет вообще, когда... Не ожидаешь. Ну.
Ты пошел, ты в жопу, да! Зашел, 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 зашел! Оно, обращайся, почему света нет? Света нет, алло, дебил, я не могу на тебя тыкнуть, придурок! Так ты поори на них, может, включат, почему света нет? Да давай, включите свет, говно, тупое! Ты платишь вроде деньги, а стрим... Вообще, Жека, падла, надо разобраться. Че, о чем мне надо разобраться? Так, а что это такое? Жека, ты все прочекал, все. А что, да я не могу, меня тут задувает. Жека, тут сундуки есть, ты где? А, где? Сундуки? Да, вот тут, где-то вот тут. Вот тут может где-то, вот я не знаю. А, но... да, вот тут есть же блоков Фредстоуна. Хорошо, хорошо, вот сколько у тебя? Три штуки. Три, да? Три, давай, давай, Жека, надо добраться до включателя, переключателя, вот это отвечает за вот это все, за. Ты понял, да? Да, я понял, так, 4. Давай, давай, 4, 4. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, нет, что здесь? Ай-я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 й
Ай. Чекал, чекал. Прочекал, ну. Так, подожди. Сюда. Ага, ага, вот сюда, все отлично. Так, хорошо. Так, сундук. Ну подожди, а как бы надо включить свет. Свет надо включить. Ага, так, хорошо. Так, так, так. Так. Угу. Еще значит где-то два сундука есть. Угу. Тут у нас один. Где ты? Блок пропал! А, все, вот. Еще где-то один должен быть, да? Жека, мы сейчас вот. Давай, обратно, обратно, обратно. Пошел в жопу, да. Так, где там он? Ага, все, блок оф редстоун. Ой, опять навык Майнкрафта показывает. Да, опять навык Майнкрафта, давай. Все, понял. Так, сюда, значит. Нет! Так, если ты можешь, то я только, пожалуйста, нормально. Хорошо, так, тут у нас все такое закрыто, да, тут у нас тоже. Как я там? Ты что-то здесь намутил? Нет, это все электрика, я ничего не делал, Жек. Это все электрика! Нет! Да нет! Нет! Ты так просто не пройдёшь! Нет! Смотри, что я сделал. Я берусь, я тебя буду наказывать, я поставил обратно этот блок. Да иди ты в жопу! Смотри, а почему ты не пробуешь как бы упасть в воду? То есть, ну, хорошо. Ай! Все хорошо, все нормально. Давай. Так. Иди сюда, мне нужно помочь. Я вернул блоком в сундук, давай. Да, иди в жопу, да, я не пойду туда. Давай, ну как бы ты не туда. Ну подожди, ну ты не туда, не работает электрика, надо обратно, Жека. Пошел в жопу, я тебе сейчас... У меня хп не регенится. Чё ты так... Ты чё, охренел совсем? Всё, так... Ты, Эдисон, я не буду больше это прыгать в жопу. Интересно, почему ты тут пройти не можешь? Ну смотри, ну просто вот сюда прыгаешь. Да не, вообще посрать, всё. Дебил. Так, хорошо, вроде... Так. Попади. Молодец, неужели? Давай, Жека, давай. Ага, понятно. Это сюда, значит, сюда, значит, сюда. На кнопочку нажми. Ага, там может не надо? Да нажми на кнопочку. Да не, мне кажется, это не надо. Нажми, ну пожалуйста. Да нет, не хочу. Пожалуйста. Да не. Попробуй. Да не. Ну мальчик, ну пожалуйста. Не. Ну хорошо. Мне нравится вот по проводам ходить. Ну ты ходи, но у тебя стрим через минуту. Ой, да ладно. Походи, подписчики сейчас уже будут кричать, мол, где Жека, где Жека? Да они всегда кричат, как бы тут это, хоть опаздывай, хоть не... Да что такое? Ну я не знаю, зачем ты туда залез, я больше тебе помогать не буду. Все, иди жопу. Оп. Давай, Жек, что там? Что там, компата нет, ничего не работает. Да как нету, все есть. А подожди, а свет дома есть? Свет. Походу, не знаю, вроде есть. А мы... Это у тебя пробки выбило. А ну, Жека, пробки выбило! Пробки выбило! О, Редстоун, Редстоун. Восстановить все пробки, Я понял, сейчас я тебя все восстановлю. Так, что там, я мастер Редстоуна, ага. Давай. Восстанавливай. Все пробки. Ага, вот с другой стороны, дебил, вот, тут, да. На вот это, вот, да, поставь наверх поставь. Сейф. Наверх поставь. Заработал! Ура! Так, Жека, сажусь. Все? Ты точно все нормально подключил, Жека? Мне кажется, там сейчас перебои какие-то будут. Да не, нормально, пойдет. Ну все, ребята, извините, что задержался, как бы стрим немножко задержался. Подожди, слышишь? Что? Запахло какие-то. Не, я точно ничего не слышу, но что-то не горю, да. Горю. Да, что-то пахнет, да. Что-то пахнет каким-то горелым. Что-то, походу, там прогорело, наверное. Ой. Че, пробки опять? Ой, я пошел. Ой, до свидания! Жека, стрим!
Ай, помогите! Иди в жопу! Иди нахуй! Что делать? Я стримчу! Да ладно, перенесу на завтра. Ничего страшного, Эдисон, ничего страшного. В смысле? Ну как, у тебя хаты дома нет, все, хата пропала. Стрим, Жека. Ну да, обидненько, конечно, но ничего страшного, все, пофиг. Да, пофиг, да, ребят, стрима не будет, извиняюсь, Жека вас обманул. Ну вот в смысле так? Обманул? У меня пробки выбило, чуть не сдох, да стоп, нет, я сдох. Все пробки тебе в жопу засунули, все, давай. Пробки выбило? Нехорошо, Жека, так. Да, давай. Ну у меня стрим-то будет, поэтому не знаю, когда сейчас будет, не компания еще. Поэтому, ребята, ставьте лайк, если хотите новых серий троллинга, и хотите стрима, и хотите много всего, да, и лайки не забывайте. Буду собирать на новые пробки. И на новый дом. До свидания. До свидания. Не забывайте подписываться и комментарии оставлять. Пока, ребята. Пока. Why?